Вы думаете, мне эта музыка нравится? А, у меня мозоли на всех руках из-за этой гитары идиотской. Ненавижу этот инструмент. Вот то и дело барабан. Стукнул по нему разик, и радость. Нет радости. Труба. Труба – вот настоящий инструмент, который и мозоли тебе не натрет на пальцах, и играть можно что хочешь. А кто играл на ней до меня? М? Его нет уже здесь, правильно. Этого человека уже с нами нет, а все, что он сюда наиграл, осталось. Я не хочу это как-то воздушно-капельный путь, не мой путь. Герпес мне не нужен. Что мне нужно? На, я вспомнил. Мне нужен инструмент, к которому не нужно ничем прикасаться, чтобы не было мозолей на ладонях и чтобы все было безопасно с точки зрения воздушно-капельного пути. Так, сейчас будем придумывать. Позвоним нашему Кулибину. Он все равно сейчас ничем не за... Алло, Леха, здорово. Чем занимаешься? Бросай это дело, ты че? Конечно. Слушай, а как ты думаешь, возможно ли создать инструмент, к которому не нужно прикасаться во время игры? А если подумать? Хорошо, сейчас приеду. Все, давай, пока. Ребята, я уверен, мы что-нибудь обязательно придумаем. Ах ты, Леха, господи, да убрал бы ты эту свою янтарную комнату, уже сил нет больше никаких. Что у тебя здесь? Ой! Чего так звенит-то? Заходи! Не слышу тебя, Леша! Господи, надо закончить звенеть когда-нибудь или нет, а? О, слава богу, перестало. Слушай, ты что тут делаешь? Зачем ты делаешь эти всякие сигнализации? Мы же договорились, что сделать нужный инструмент, который не нужно трогать руками. Ну, я же тебе по телефону все объяснил. Нет, ты вот делаешь что-то такое вообще тут, даже ни к чему прикоснуться не успел, оно уже звенит, понимаешь? Лех, как ты сейчас сказал? Я говорю, не успел ни к чему прикоснуться, оно уже звенит. Я просто говорю, что мы же хотели... Подожди, подожди. Не прикоснулся, звенит. Ну да. А я тебе говорил про инструмент, понимаешь, инструмент... Спасибо что? За идею. Да? Я пойду подумаю. Да? Я вернулся. О! Инженерный образец. Ну, моделочка. Пока только моделочка. Значит, смотри. Так. Лазер. Здесь фоторезистор, фотореле и звонок. То есть, собственно говоря, та система, на которой построена сигнализация лазерная. Моделька сигнализации. Да. И что? Мы ее включаем в розеточку. Включаем, да, в розеточку. Пока у нас лучик светит фоторезистор, цепь разомкнута, звоночек молчит. Вот представь себе, это как бы виртуальная струна. Мы ее дергаем, и у нас звенит звоночек. Здорово. А мы... Да. То есть у нас будет куча звоночков, каждый на свой тон настроенный, да? Да. И вот мы так, типа... Чуть не годится. Большая задержка. Задержка большая. Задержка. На самом деле, Лех, такой задержки быть не должно, потому что вот, инструмент, у этого инструмента все просто. Нажал, звучит. Отжал, тут же не звучит, понимаешь? То есть мгновенный отклик. Те же самые контакты здесь замыкаются, вот, и размыкаются, понимаешь? И все, получается, что... Дай-ка я сюда. А, подожди, я еще... А мне надо подумать. Невозможно с человеком. Все забрал, что было. Ты глянь, красота какая. Как говорил мне мой врач, зачем же ты расковырял? Леха! Был инструмент нормальный, ты взял его, расковырял. А что такое? О, блин. Ага. Слушай. Ну, кстати, неудобно играть. Это, получается, обыкновенные кнопки, да? Ну, собственно говоря, смотри, давай мы снимем вот эту вот. Это что такое? А это силиконовые контакторы. Вот из чего состоит современный музыкальный инструмент. Безобразие. Вот посмотри. Это кнопки. Так. Они состоят из двух контактов. На, вот смотри, мы замыкаем. Так. А сюда приходят два шлейфа. Угу. Раз и два.
А вот это вот у нас генератор. Вот правильно? Они, да, это генератор. Так. Вот они пошли. Это, собственно говоря, мозг синтезатора. Угу. Это управление. То есть, замыкая в какой-то последовательности один контакт на одном шлейфе и другой. Угу. Включаем набор звуков. Включаем набор звуков. Так, значит, вот это у нас будет система управления, которая с лазером. Она будет замыкать какие-то из этих контактов, и на соответствующий лазер будет включаться соответствующая нота. Ну, соответственно. А как ты себе внешне это все представляешь? Ну, вот так я это вижу. Ух ты. Ну, рассказывай, пока ничего не понятно. У нас есть верхняя панелька, на ней расположены фоторезисторы. Нижняя панелька. Здесь у нас расположены лазерные указки. Указки лазерные. Лазерные указки светят в фоторезисторы. И насколько он... я понимаю, пока они светят, у нас ничего не звучит. Абсолютно верно. Как только мы прерываем луч, у нас фотореле дает команду генератору, и мы слышим какой-то... Нужный контакт замыкается, и мы слышим нужную ноту. Здорово? Абсолютно верно. Здорово. Только у нас клавиатура бывала черная и белая, правильно? А здесь у нас только одни, понимаешь, одноцветные. Нет, почему? Давай мы с тобой сделаем следующим образом. Давай мы сделаем черные клавиши зелеными лазерами, а белые клавиши красными. Гениально. У нас получается, во-первых, это цветомузыка, во-вторых, лазерное шоу, а в-третьих, это инструменты. И все это в одном устройстве. Леха, ты гений. Теперь расскажи, вот это будет какого примерно размера? Удобно будет играть руками, не? Ну, масштаб инструмента, я думаю, будет зависеть от масштаба музыканта. Как сказала. Главное, чтобы у него все получилось. А мы в студии проверим. Что-то у тебя тут дымно как... Нифига себе. Да, масштаб. Леха, это круто. Ну, здравствуй. Я обычно даже захожу и кривляюсь, типа, ой, удивительно, но здесь это правда, слушай. Выше всяких похвал. Похоже, знаешь, на что? На Хаммонд похоже. Настоящий такой орган прямо. Аналоговый изо всех сил. Ну, собственно говоря, это лазерофон или лазерная арфа, как угодно. Лазерофонная это... арфа. Вот это вот что, капот у нас? Да, это у нас капот. И днем дым-машина для того, чтобы генерировать дым, чтобы мы могли видеть лазерные лучи. Она дымит? Она дымит. Вентилятор? Вентилятор разгоняет этот дым, гонит его на лазерные лучи, и мы их видим. Так. А где у тебя лазерные лучи, Леха? А лазерные лучи у меня здесь. Угу. Вот ты можешь видеть здесь лазерные указочки, которые направлены прямо в зенит. Они светят в эти отверстия, внутри которых находятся фоторезисторы. То есть пока луч туда светит, тишина звенящая. Только мы этот луч перегородили пальцем. Сопротивление поменялось, сработало командное устройство, и ты получаешь звук из синтезатора. Командное устройство? Тут... Она внутри находится, ну, давай посмотрим. Ну, давай посмотрим. Так. Ох ты! Все, закрыл все. Плотненько. Мать! Моцарт, ты... Леша просто, а не человек. Ну как вот взять, разобраться, во-первых, в этом всем, а во-вторых, все это скоммутировать. Ой, не, я в этом разбираться не буду. Это не для меня. Ведь для меня главное поиграть на ней. Давай включим ее уже наконец. Ну давай. Сначала мы поддымим. Нифига себе. Сейчас чуть-чуть дым разгонится. Красотища! Прям реально, как арфа выглядит. Смотрите. Струны арфы. Ну-ка. Здорово. Это я по черным сейчас играю, то есть по зеленым в версии Леши. Дорогие китайские зрители нашей программы, можете прямо сейчас расчехлять свои кошельки и делать заказ на эту арфу Леши Иванченко. Главное дозвониться из Китая в Россию. Слушай, здорово. Передовая инновационная технология позволила создать Алексею Иванченко инструмент будущего, а значит, на этом инструменте нужно играть только музыку будущего. Музыка будущего — это равняется... китайская народная музыка. Потому что это вообще будущее нашей планеты. Итак, друзья, выключайте свет. Выключайте свет. Я должен видеть все... Ага, о, хорошо. Вижу все струны виртуальные. Поехали. Китайская народная музыка на уход.
Дау-ау.